Чем занимаются женщины, когда выходят на пенсию? Кто-то возится с внуками, кто-то едет на дачу. Проект «Пора быть счастливой» Марины Казаковой помогает женщинам выпасть из рутины, найти свое хобби. Кто-то с детства мечтал петь, танцевать или рисовать. Но муж, дети, работа. Когда тут заниматься искусствами? И вот пенсия как раз то время, считает автор проекта. И, видимо, не она одна. Проект был реализован благодаря выигранному гранту. Мы хотим развенчать эти понятия, хотим сказать, что это огромный человеческий потенциал, который очень много может принести пользу обществу. Наш проект как раз направлен в данном случае на женщин. Сегодня у нас идет психологический тренинг, как у тебя депрессия, как стать счастливой, как справиться со своими негативными эмоциями. Женщина должна быть счастливой. Больше она никому и ничего не должна. Расхожая фраза из интернета, похоже, действительно имеет право на существование. Женщины выглядят счастливыми и занимаются тем, чем хочется. Сегодня они фотографируются, вчера танцевали. Когда человек становится старше, он ищет что-то новое в себе, он уже, дети выросли, и хочется что-то уже для себя, попробовать себя в новом качестве. Вот. То есть если мы всю жизнь хотели, допустим, попробовать рисовать, пожалуйста, мы можем это попробовать. Кто-то хотел заниматься чем-то другим, он может это попробовать. И если этих проектов будет больше на разные направления, соответственно, каждый человек сможет найти что-то свое и почувствовать себя счастливым. С участниками проекта «Пора быть счастливой» работают психолог, хореограф, художник, музыкант. Женщины общаются, дружат, придумывают совместные мероприятия и выглядят счастливыми. Ведь счастье – лучшая косметика для женщин. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.